Семьи в Башкирии будут укреплять на правительственном уровне. Сначала планируют усовершенствовать семейное законодательство, а на втором этапе будут развивать услуги для семей, дополнительное образование для молодежи и взрослых. О том, какую поддержку в первую очередь от государства нужно оказать молодым семьям, мы узнали мнение уфимцев. Надо поддерживать. Ну, как-то раньше квартиры, как-то с родителями, это в советское время что-то давали. А сейчас только купишь, все дорого. Зарплату надо повышать молодым людям. Я считаю, то, что в жилье это в первую очередь. Вот мы вот купили эту квартиру, и нас обманули, вот уже лет 10 ждем. И сейчас живем, получается, с родителями. Но вот из-за этого ругаемся, что охота жить отдельно. Думаю, что надо жить дружно. И ребятам, и девчатам надо выходить по любви. А не так просто. Сейчас вот молодежь встречается и сходу живут интимно уже. Надо немножко подкромнее быть. А государственный-то при чем? Все, что мы сейчас делаем, это борьба как бы с плодами. Нужно в корень смотреть, а это духовность. Ну, то есть государство тут не поможет? Нет, абсолютно. Обеспечить работой только. Цены надо сбавить на хотя бы детские вещи. Потому что разницы нет, 45-й размер или там какой-то вот такой, да. В первую очередь, да, квартирный вопрос. Квартирный вопрос однозначно. Все очень дорого. Я не знаю, может, это старомодно будет звучать. Вот раньше вот эти хрущевки всякие, ну, можно, наверное, что-то посовременнее. Пусть будет меньше эта площадь. В остальном я не знаю, проблем не вижу.